Диалог по Гагаузии. Закулисье Гагаузского театра. «Народ без театра – мертвый народ», – говорил гагаузский писатель Дионис Таносоглу, имя которого носит Национальный театр в Чедерлунге, основанный в 1997 году. При этом уже с 70-го года Таносоглу ставил спектакли на гагаузском языке с участием актеров-любителей. В конце 80-х годов в Институте искусств были организованы режиссерские курсы актерского мастерства и сценической речи на гагаузском языке. Первый спектакль, представленный в Национальном театре Чедерлунге, был поставлен по пьесе Диониса Таносоглу. В 97-м в театре был аншлаг, ведь жители автономии впервые увидели спектакль с профессиональными актерами на гагаузском языке. В настоящее время труппа театра из Чедерлунги состоит из 12 актеров, и большая часть спектакля идет на гагаузском языке. Большинство представлений для детей. В 2021 году театр из Чедерлунги получил главный приз на гала-концерте Unitem Awards за лучший спектакль для детей. Диалог по гагаузии.